Площадь сквера составит около 1,5 гектаров. Из них 20 тысяч квадратных метров – это детские спортивные площадки. В будущем сквере уже отсыпаны пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки подготовлены для установки малых архитектурных форм. Завершающий этап – укладка резинового покрытия. А вот земляные работы на данный момент не ведутся из-за погодных условий. Тем не менее, благоустройство планируют завершить в срок – в августе этого года. На данный момент идет укладка брусчатки и подготовка тротуара. Здесь укладка брусчатки порядка 700 квадратов, но из них процентов 30 уже сделано.